Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Очень рада вас видеть на своей страничке. Надеюсь, что вы меня тоже. Сегодня я хочу сделать для вас обзор на вот такую вот линеечку от бренда Чистая Линия. Это у нас гамма Импульс Молодости, серия от 25 лет. А также я хочу с вами поделиться своей новостью, своей радостью. Я буду участвовать в проекте от бренда Чистая Линия. И что самое интересное, вы тоже можете поучаствовать в этом проекте, вы можете поучаствовать в конкурсе, но об этом чуть-чуть попозже. Итак, что касаемо продуктов, что касаемо линейки. Я думаю, вы уже видели линейку Импульс Молодости от бренда Чистая Линия. Сначала они выпустили линию для лица. Линейка разделена по возрастам. И бренд Чистая Линия подумал, что неплохо было бы сделать такую же линейку для волос, потому что, как ни странно, мы все время привыкли покупать шампуни для волос по типу волос, да, а бренд Чистая Линия решил позаботиться и о коже головы в том числе, потому что в зависимости от вашего возраста нужен немножечко разный уход за кожей головы, да, где-то нужно больше питания, где-то больше увлажнения и так далее. Поэтому родилась вот такая вот линейка. Как я уже сказала, у меня линейка Импульс Молодости от 25 лет. В нее входит фитошампунь, не знаю, видно вам или нет, фитошампунь-эликсир и фитобальзам-эликсир. Давайте я, наверное, начну с шампуня. Мне очень понравился, у него приятная консистенция, не густая и не жидкая, то есть такая вот средненькая. Что здесь важно? Значит, здесь содержится 15% увлажняющей сыворотки с выжимкой люпина. Я, кстати, не знаю, может быть, это именно этот цветочек так вкусно пахнет, потому что запах у этой линейки обалденный. Я бы себе купила такие духи. В шампуне содержится 80% отвара цикория. Я не знаю, в курсе вы или нет, но бренд Чистая Линия славится тем, что в свою рецептуру, да, он вместо воды добавляет отвары трав. Вот, в данном случае это отвар цикория. Серия у нас предназначена для укрепления и блеска нормальных волос. Что хочу сказать, хороший шампунь на каждый день. Пенится он хорошо и с первого раза, если ваши волосы не очень грязные, если грязные, то не очень хорошо пенится. Со второго раза замечательно промывает волосы. Отдельно хочу отметить то, что он промывает волосы не до скрипа, а до очень правильного ощущения чистоты, потому что все-таки вот эти вот скрипящие волосы я не люблю, мне не нравится. То есть чувствуется, что волосы очень сильно пересушились. А этот шампунь очень-очень мягкий, очень нежный, очень-очень легко очищает ваши волосы и действительно уже работает с тем, чтобы ваши волосы увлажнить. Но, в общем-то, для того, чтобы сильно увлажнить волосы, нам нужен бальзам. Бальзам здесь вот такой. Здесь у нас уже содержится 30% увлажняющей сыворотки люпина и 70% отвара цикория. Точно так же он предназначен для укрепления блеска. Мне очень понравился бальзам. Мне кажется, эта линейка тем более хорошо подойдет для лета, потому что она очень легкая, очень нежная и не перепитывает лишний раз ваши волосы. Бальзам предназначен для нормальных волос. Мне кажется, что для сухих волос его действия может немножечко не хватать, потому что он очень-очень легкий. Но волосы после него гладкие, блестящие, хорошо расчесываются, и главное то, что он не убивает объем, даже если нанести близко к корням. В общем, мне очень нравится. Как я уже сказала, линейка пахнет фантастически. Шампунь пахнет послабее, а вот бальзам просто в полную мощь раскрывает нам. О, боже, какой запах! Действительно, я бы купила себе такие духи, мне очень понравился. Давайте я вам поближе покажу эту линейку. И вот еще о чем я хочу сказать, что мне действительно интересно в линейке Импульс Молодости. Это такой своеобразный, в чем-то даже революционный, наверное, подход бренда Чистая Линия к тому, что шампуни мы должны выбирать по возрастам, да? То есть мы как-то привыкли, что кремы для лица мы выбираем по возрастам, то к шампуням мы почему-то так не относились, хотя здесь у нас та же самая кожа, за ней точно так же нужно ухаживать. И в зависимости от возраста кожа головы требует определенного ухода. Конечно, 25 лет сложно увидеть какие-то возрастные изменения, особенно на коже головы, но я все-таки от всей души советую девчонкам от 25 лет попробовать эту линеечку, потому что она заботится не только о ваших волосах, но и продлевает молодость вашей кожи головы, что немаловажно. Вот, так что вот такая линеечка, пользуюсь я ей порядка 2 недель. Я думаю, что при нормальном расходе хватит на месяц-полтора, просто я выливаю много средства. Волосы чистые, 2 дня точно, на 3-й день, может быть, понадобится хвостик. А так, очень-очень-очень хорошая линейка, от всей души вам могу ее посоветовать.
Ну а теперь, как я обещала в начале видео, расскажу вам о самом проекте, о самом конкурсе и обо всем, что с этим связано. Итак, о чем же будет данный проект? Для того, чтобы мне ответить на этот вопрос, мне нужно задать вопрос вам, как бы ни странно это выглядело. Напишите мне в комментариях, какая у вас есть мечта, цель, ну хотя бы на ближайший год. Вот такой вот непростой вопрос. Кстати, вот даже очень интересно, для вас этот вопрос легкий или простой, потому что мне оказалось довольно-таки трудно ответить на него. То есть, если вкратце попытаться объяснить суть данного проекта, то она состоит в том, что если у вас есть какая-то мечта, то нужно идти к ней прямо сейчас, нужно вести работу над собой, начиная с этого дня, не откладывать это на потом, не откладывать это на завтра. Вот, так что, если вам интересно, то присоединяйтесь. Каким образом можете присоединиться вы? Ну, во-первых, вы можете следить за моим дневником, писать свои комментарии и так далее. Во-вторых, самая интересная для вас вещь, как мне кажется, вы можете написать письмо себе в будущем, себе через год. Вы можете там написать о своих желаниях, о своих целях, о своих мечтах, о том, чего вы хотите добиться. И ровно через год это письмо придет к вам на почту. Может быть, вы даже уже об этом позабудете, а может быть, вы наоборот целый год будете идти к этой мечте. Да? Вот вы как раз и посмотрите на результат своих усилий. И ровно через год это письмо придет к вам. Мне кажется, это очень классная идея, потому что за год может произойти много-много чего интересного. Помимо того, что вы напишете это письмо, и оно придет вам через год, вы автоматически будете участвовать в конкурсе, и у вас будет огромная вероятность получить какой-нибудь приз. Насколько я знаю, там будет в общем больше 1000 призов, а в первый месяц старта проекта, по-моему, около 300 девушек получат какие-то призы. Вот, так что вот такой вот будет проект, надеюсь, вам будет интересно, и я тоже уже прям жду с нетерпением, потому что очень-очень хочется, я уже долго об этом думаю, и хочется наконец-таки приступить. Вот, сказала все, что хотела, вроде бы всю информацию вам передала. Вот, такая вот была у нас линеечка, кто еще позабыл с начала видео. Действительно, очень нравится, очень хорошая, очень летняя, очень свежая. Большое вам спасибо за просмотр, ваша Вероника, пока-пока!